Танечка, я тебя поздравляю с днем рождения. И я тебя благодарю за все, что ты для меня сделала. Я думаю, что здесь много людей, которым ты помогла. Я только один из многих. И хочу для тебя и для всех остальных сыграть несколько своих, как сказал Миша, маленьких шедевров. Действительно, так и есть. Первое произведение, которое я хочу сыграть, называется «Только вперед». Я написал его прошлым летом, когда пошел в поход с рюкзаком на гору. Когда я поднимался 2 дня. Меня такая радость переполнила, что я все-таки живой, что пришла мелодия такая вот в ритме бодрого шага. Послушай. Thank you.